Друзья, всем привет! Меня зовут Света. Большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня отличное настроение. Я надеюсь, что у вас такое же. Но даже если вдруг пока что это не так, то хотелось бы, чтобы в процессе просмотра этого видео ваше настроение тоже поднялось. И сегодня, как вы уже поняли из названия, я хочу сделать видео про свои покупки одежды. Их было не так уж много. Все они в основном на лето. Хотя и весной я эту одежду ношу уже, и летом планирую, и, возможно, даже осенью. Немного аксессуаров, немного обуви, немного спортивной одежды и, конечно же, одежда на повседневку. Все, что я сегодня вам буду показывать, я купила по очень доступной цене. Либо я дождалась скидок, либо в аутлетах покупала. То есть даже потенциально дорогие вещи я умудрилась купить подешевле. Так что надеюсь, это видео вам окажется еще и полезным. И если вдруг вам что-то понравится, то знаете, вы сможете купить эти вещи абсолютно недорого. И давайте не будем затягивать вступление, потому что я это умею. И поскорее начнем. Так что желаю вам приятного просмотра. И заряжайтесь позитивными чем-то позитивным от меня, в общем, заряжайтесь и погнали. Первое, что я себе купила, это лодочки в магазине Кари. Есть сейчас такой большой-большой тренд на бежевые лодочки. Мне очень захотелось такие туфельки, поэтому я как раз-таки и пошла в Кари, потому что там даже на кожаную обувь очень приятные цены. И здесь еще у туфелек есть такой вырез, и он тоже добавляет женственности ножки. Вообще в этих туфельках ноги смотрятся очень красиво, очень женственно. И туфельки эти кожаные, повторюсь, что я их купила в Кари, и обошлись они мне всего лишь 3 или 4 тысячи рублей. Мне кажется, для кожаной обуви это супер классная цена, поэтому если вы ищете какие-то вот такие подобные бежевые кожаные туфельки, то можете заглянуть в Кари, потому что, ну, там, мне кажется, реально можно сэкономить деньги, особенно если вы не планируете такие туфли таскать на каждый день. Если это какие-то разовые выходы, то какой смысл переплачивать? Следующая пара обуви, которую я купила, это кроссовки Adidas Alpha Boost. И я ни разу не пробовала такую подошву для беговых кроссовок. И, вы знаете, я осталась абсолютно довольна, потому что даже на асфальтовом покрытии очень мягенько бежится в этих кроссовках. И к тому же я решила первый раз попробовать кроссовок, у которого здесь не жесткое голенище, а такой как бы мягкий носочек, потому что мне вечно давит как-то, я перетягиваю, возможно, кроссовок. А вот эти вот кроссовки минимизирует этот эффект, здесь ничего не давит, мне не натирает, и при этом ножка держится все равно достаточно твердо в кроссовке, она не елозит, потому что есть здесь дополнительный ребра жесткости. Следующую покупку я тоже сделала под влиянием трендов, потому что сейчас также есть тренд на горох. Платье в горох, юбки в горох. И также этот тренд у меня ассоциируется с фильмом «Красотка». Я думаю, вы помните момент в фильме, где главная героиня как раз-таки прогуливается в платье в горох. И мне тоже так захотелось такое платье, но мне захотелось его как-то подешевле. Я нашла его онлайн. У него на шее бантик, коричневый цвет, достаточно такой мелкий, приятный горошек. Платье воздушное, легкое, такое летящее. Длина у меня с моим ростом 1,69 м до колена. И я, знаете, умудряюсь это платье таскать даже на каждый день. Я просто его обыгрываю джинсовочкой, белыми кедиками, сумочку какую-нибудь подходящую, и все, вперед пошла. И вы знаете, мне так зашел этот тренд с горохом, потому что, как мне кажется, мне еще сам этот узор горох подходит, что я решила взять себе еще и юбочку. Точно такого же оттенка, как платье, только здесь горох помельче. И у этой юбки точно такая же длина, но у юбочки завышенная талия. И мне просто показалось, что платье это все-таки не совсем прям на каждый день, потому что его надо как-то обыгрывать, чтобы оно становилось каждодневным. И плюс, если жарко, то в платье, наверное, будет не слишком комфортно. А юбку, например, можно надеть даже с обыкновенной белой футболочкой, маечкой, тоже как-то с кедиками обыграть, с туфельками, и сразу готов абсолютно повседневный лук. Еще у меня было очень приятное приобретение, это боди-купальник. Почему я говорю боди-купальник? Потому что я и брала эту вещь сразу из расчета на то, что она будет мне служить летом такой универсальной вещью. И я люблю, в принципе, сама такие универсальные вещи, которые можно и так, и сяк обыгрывать, и пофиг кто
что подумает. Я знаю, что кто-нибудь скажет: Света, как можно купальник таскать, как боди? Ну, ребята, на самом деле в этой жизни можно все. А уж таскать купальник как боди — это вообще вот на раз-два. И, ребят, небольшая рекламная вставка, но с очень полезной информацией. Если вы вдруг будете заказывать что-то онлайн, даже из того, что я сегодня вам показала, то не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом. Потому что когда вы заказываете онлайн через кэшбэк-сервис, то вам с каждой покупки возвращаются деньги, вам возвращается ваш кэшбэк, и мне кажется, это очень круто. И сегодня я хочу порекомендовать вам кэшбэк-сервис Smarty Sale. Вы можете воспользоваться им с помощью своего компьютера, а можете с телефона, и на Android есть приложение, и на iOS есть очень удобное приложение, вот я сейчас как раз здесь, и у Smarty Sale более 1000 партнеров магазинов, с которых вы как раз-таки и можете получить свой кэшбэк. AliExpress, Asos, iHerb, LaModa. Вы даже можете заказывать билеты на букинге с помощью Smarty Sale, и вам будет возвращаться какая-то сумма с билетов обратно. То есть вы будете с билетов получать кэшбэк. Мне кажется, это классно. И вот есть мой любимый сайт Shein. Там и так, в принципе, очень демократичные цены на одежду. Но если вы будете с Shein заказывать с помощью Smarty Sale, то вам также будет прилетать кэшбэк обратно. И, кстати, на некоторые магазины Smarty Sale дает кэшбэк до 50%. Это очень много, это очень круто. И также у них есть круглосуточная поддержка. Если вдруг возникнут какие-то вопросы по поводу заказа, вам сразу же ответят и сразу же помогут. Ссылку на Smarty Sale я вам оставлю под видео, так что заходите. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом Smarty Sale, когда совершаете покупки онлайн. Просто для того, чтобы с каждой покупки вам возвращались деньги. Еще одно очень приятное приобретение, которое стало фаворитом просто моим One Love, это вот такое вот летнее пальто изумрудного цвета. Оно сделано как бы под велюр или под бархат, что ли. Но суть в том, что я очень давно мечтала о похожем пальто или кардигане, чтобы оно было длинное и оверсайз, и чтобы когда ты идешь, оно так за тобой развивалось. И я нашла, собственно говоря, такое пальто. Я нашла его онлайн, оно было очень бюджетным, я, естественно, не раздумывая, его взяла. Также у меня случилось небольшое ЧП, я потеряла свои очки от Guess. Я много магазинов обошла, все магазины масс-маркет, скажем так, и ничего такого, что бы мне хотелось, я не нашла. Мне хотелось чего-то такого немного винтажного, при этом универсального, чтобы очки, то есть, подходили под каждый мой наряд. И уже отчаявшись, я зашла в магазин Иконика и нашла там вот такие вот очки. И, как мне кажется, в них есть и что-то винтажное, и к тому же они подходят действительно под любой наряд, потому что они просто черные. Также в последнее время я немного проапгрейдила свой фитнес-гардероб, потому что я сейчас много занимаюсь на улице, и исходя из этих потребностей, я докупила каких-то вещей. Первое, что мне прям очень надо было, это ветровка, но я тоже не хотела покупать что-то дорогое, потому что, ну, я понимаю, что это ветровка для занятий спортом на улице, для бега. И я нашла эту ветровку в Спортмастере, это Demix. Суть этой ветровки не в том, что она толстая какая-то, супер теплая, и за счет этого вам в ней тепло, а в том, что она не пропускает ветер. Также и для бега, и в принципе для какой-то, ну, может быть, повседневки где-то на отдыхе, я купила себе просто классические шортики Adidas, тоже покупала их в аутлете, потому что в просто обычных магазинах Adidas такие шортики стоят практически 4000 рублей, а я купила их за 1900, ну, практически за 2000 рублей, то есть разница в 2000, а на более прохладные деньки, или, может быть, когда я бегаю прям совсем-совсем поздно вечером, или, наоборот, прям рано-рано-рано утром, когда еще как-то так вот зябко, я взяла себе Demix штаны, потому что мне немножечко надоело бегать в лосинах, хочется иногда как-то посвободнее себя чувствовать, и я взяла себе такие шароварчики. Они, кстати, очень такие приятные, как мне показалось, они даже такие стильные, немного хулиганские. И еще две футболки себе взяла для бега. Первая футболка — это Nike. Я взяла серию Dry Fit. В общем, это какая-то серия, которая отводит влагу, когда ты бежишь. И самый кайф этой серии в том, что практически вся футболка в дырочку.
То есть реально так хорошо все продувается. Ты как-то не мокнешь, наверное. Не знаю, просто такая вот спортивная футболка, которая комфортна при активных занятиях спортом. И вторая футболка, которую я тоже взяла для бега, это просто One Love. Вы знаете, обычно все спортивные футболки это просто полиэстер, а в этой футболке меня заинтересовало то, что я увидела в составе вискозу. Это футболка фаберликовская из их линейки Sport. Она тоже такая достаточно свободная, ну прям вот заточена для занятий спортом, но она настолько приятная к телу. И при этом она не становится мокрая во время занятий. И вы знаете, вот в дни, когда мне хочется просто так спокойно пробежаться, послушать музыку, и чтобы на теле не было какой-то лишней синтетики, я всегда надеваю вот эту вот футболку. И не знаю, это, наверное, лучшие мои беговые дни. Такие кайфовые, спокойные и в приятной на ощупь одежде. Да? Потому что вот эта ткань такая какая-то... Я не знаю, ее прям хочется трогать и трогать, и к телу она, конечно же, тоже такая же приятная. И, ребят, это все покупки, которые случились, сложились, совершились у меня за последнее время. Мне почему-то казалось, что не так уж и много, а по факту здесь у меня целая горка, целая стопочка одежды. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу моих покупок. Надели бы такое, не надели, понравилось, не понравилось. Жду от вас критики какой-то. Ну, только без всяких гадостей, пожалуйста. Пусть критика всегда будет адекватной. Я за это топлю. В общем, да, мне будет интересно почитать ваши комментарии. Также оставляйте свои лайки, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на канал. Заходите в гости в Инстаграм. Заходите в гости в Инстаграм к моей собаки, я сейчас вам тоже ее вытащу. Вот, заходите в гости в Инстаграм к моей собаке. И большое спасибо, что были со мной до конца, что посмотрели это видео. Надеюсь, что ваше настроение хотя бы капельку поднялось. Помните, что мы вас очень сильно любим, вы самые лучшие, и до встречи совсем скоро. Учу-чу, учу-чу. Соня моя, разбудила я собаку.